Алло, алло, прием, раз, два, три, проверка записи, вроде бы все работает, здравствуйте, меня зовут Кейн, сегодня мы проходим карту от подписчика, а если быть точнее, подписчика у нас зовут, как его зовут, а давайте посмотрим его имя Конрад, и он живет в Литве, и он мне сделал довольно-таки прикольную карту, которую я только посмотрел на скриншотах, и сегодня мы обязательно возьмем и пройдем ее. Что у нас здесь написано, типа солнце я не умею строить, ну вроде... Вроде реально солнце, поэтому что ж, надеюсь, вам понравится видос, вы поддержите его вашим Лукасом вверх, и рандомный комментарий у нас сегодня залетает от Уэрти Рид, который пишет: «Кекс, мое почтение, подписчики, мое почтение». Что ж, я думаю, самое время приступать. Начнем мы, наверное, вот с этой книги. Инфа, привет, это моя карта для тебя. Карта создавалась 2 дня, хочешь обо мне? Ну окей, мое имя Конрад, я живу в Литве и я поляк, так что если будут грамматические ошибки, не сердись. Я не буду сердиться. Возможно, посмотрим, окей. И, кстати, мне 11 лет, 28 мая исполнится 12. Поздравляем уже с прошедшей тебя днюхой. Мой ник в игре Boy386. И у меня есть YouTube канал. И канал Сина вставит ссылку на него. Да, канистра. А ссылка-то где? Ты ее оставил? В письме не, босс? Окей, хорошо. Я надеюсь, я вспомню, просто поищу твой канал на ютубе, и я его вставлю в описание. Надеюсь, не забуду. И да, настройки такие, как Do Divide Cycle False, уже поставлены. Спасибо. Ах да, чуть не забыл правило. Облака выключить, рендер дистанция 10, не читерить и веселиться. Ссылка на мой канал в описании или в закрепленном комменте. Окей, хорошо. Надеюсь, да, кек. И, в принципе, 100 страниц. О, нет. Не иди туда, окей, я пойду, мне пофиг. Warning, не иди туда, 18+, мне пофиг, не важно, хоть какие вы предупреждения тут вставляете, мне нужно. Я тебя остерегал, окей, дальше, come on, ну да, да пошел ты нафиг, окей, хорошо. Дальше, и у нас, ха-ха-ха, ты только что потратил 30 секунд своего времени впустую. А, кто не поставил лайк и не подписался, тот... Окей, ясно, спасибо, автор. Что у нас здесь изменено? Карта создавалась 5 дней, а не 2 дня. Оу, окей, то есть с 5 дней мы перепрыгнули на 2. Замечательно, что нам нужно было сделать? Нам нужно сделать рендер дистанцию 10 и выключить облака, которые у меня уже выключены, поэтому найс. Что у нас здесь? Привет, если прочитал правила, то тык на рычаг, старт. И думаю, готово. Ну, мы поняли то, что чекпоинты смерти, желтый, золотой, зеленый. Воу, думаю, начнем. Перезайди, чтобы ачивки не мешали. Ну, вроде бы, окей. А, окей, надо перезайти. Окей, я снова здесь, только погодите, там в чате что-то было написано, и я это не увидел из-за того, что я перезашел. Черт, окей, ладно, я надеюсь, мы разберемся. Мы заспавнились ночью где-то. Что это такое? Somebody once stole me. Конечно же, я не знаю слов, так что не судите, окей? Не двигайся, или ты сдохнешь. О, я вижу Кейна. Окей, хорошо, хорошее начало. А можно яркость на максимум, друзья, если что? О, наконец-то. Первый уровень лабиринт. Пояснение, здесь ты должен пройти в конец комнаты и не заблудиться, потому что тут все не так просто. Ага. Вот оно как, не все так просто, говорите. Для Кейна не бывает ничего сложного, поэтому сейчас мы найдем выход вообще изи. Не волнуйтесь, ребята, потерял всегда, помогите мне. Ладно, я шучу, окей, погнали. Найти выход из комнаты и не забыл. Вот такие вот, вот эти вот петли с тупиком. Я просто их ненавижу, я ненавижу петли с тупиком. Поэтому так, здесь я начал. Вот это интересно, да, вот это очень интересно. Значит, нам нужно наверняка пойти куда? Стоп, вроде бы лабиринт не такой уж и большой, да, если я вот здесь начал. Если я вот здесь начал, погодите, у меня точно нет никакой секретной кнопки у меня в инвентаре или на голове, как это обычно любят делать некоторые подписчики. Здесь, погодите, я здесь был, это очень маленький лабиринт. Я хожу кругами. Я реально хожу кругами. Вот здесь я только что был. Вот здесь я только что был. Единственный путь, который остался, это пойти вот сюда. Но здесь тоже тупик. Здесь... Стоп, одну секунду. Одну секундочку, автор, что я должен сделать тогда? Очень интересно, очень-очень-очень интересно. Прям настолько интересно, что прямо вау. Что прям вау. А что если мы уйдем просто назад? А, стоп. Я вернулся обратно, погодите. Мне же не нужно было сюда возвращаться, правда ведь? Окей, мы возвращаемся обратно на лабиринт. Не двигайся, или ты сдохнешь. А, привет, Кейн. Да. Мы уже видели этот скример, найс. Так, ребят, и тогда что мы делаем? Это же очень маленький. Здесь ты должен пройти лабиринт в конце комнаты, не заблудиться, не все так просто. Да в смысле? Я прошел уже по всему лабиринту. Куда еще-то тут идти? Вот здесь мы были... Алло? Ребят, я не понимаю, что нужно сделать. Я не понимаю, что нужно сделать. Я не понимаю.
Я не понимаю, что нужно сделать, друзья. Я уже не знаю, сколько времени я бегаю по этому лабиринту. Я все обошел миллион раз. В смысле? Может быть, мне что-то здесь все-таки нужно? Какую-то кнопку нажать или что? Так, я не знаю, может быть, тут что-то есть? Нет? 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 Ребят, я реально не знаю. Я реально не понимаю, что это за лабиринт. Я реально не понимаю, как его пройти. Не двигайся, или ты сдох. А если я двинусь? Окей, я снова здесь. Так, ребят, что мы делаем? Ребят, окей. Друзья, ну все, я не сдержался. И смотрите, что здесь происходит. Я что-то вот этого немного не понял. Здесь два одинаковых лабиринта. Один расположен над другим. Они идентичны, только вот здесь... Есть дверь и очередной командный блок. Это что, выход? Каким образом должен был подняться с первого этажа на второй? Как? Я все облетел, я все опрыгал, я все нажимал. Я не знаю, погодите. Возможно, это даже не оно. Это оно? What? Автор, объясни мне, пожалуйста, что я должен был сделать? Я минут 15... Я так и не понял. Я так и не понял, что я должен был сделать. Я нажал на все возможные блоки. Я кликнул на все, что только можно. Стоп. Что, простите? Пояснение. Здесь тебе предстоит попрыгать до самого конца уровня с препятствиями. Ну, окей. Я надеюсь, теперь-то у нас все по маслу пойдет. Окей, хорошо. Надеюсь, ребята. Так, каким образом я должен сюда запрыгнуть? Раз, два. Найс. Раз, два. Найс. Это, возможно, я пробовал. А надо было распрыжку-то... Окей, раз, два... Окей, хорошо, ничего страшного. Надо с распрыжкой просто это пройти, правда ведь, друзья? Прямо как и здесь. Мы делаем раз, мы делаем два, мы делаем три, мы делаем четыре и мы делаем пять. Найс. Хорошо. Теперь вот сюда. Теперь раз, два, три, четыре. Вау, почему это было так легко? Почему лабиринт-то был невозможный? Почему? Я не понял. Каким образом... Погодите, я допрыгну? О, нет. What? Это что я такое должен сделать? Это что, магию должен сотворить какую-то? Как я должен допрыгнуть до этого блока? Простите меня, извините. Очень интересно. Очень мне интересно, что из-за дичи я должен здесь сотворить такую, чтобы... Стоп, что? Окей, почему? Я только обрадовался, что все, наконец-то паркурчик мой любимый, все легко снова, нет? Добро пожаловать на еще один его... Погодите. А, окей. Не нужно было вообще подниматься. Так, что здесь происходит? Невидимые блоки, изи, бум. Кто здесь? Что это? Что за место? О, это все еще паркур. Окей, минус Кейн, хорошо. Все, стоп, я снова здесь. Теперь снова вот сюда. Можно чекпоинт? Чекпоинта пока нету, но да ладно, ничего страшного. Мы это пройдем с первого раза. Так, что у нас здесь? А, горю, дроппер. Изи. Где я теперь? Hello? What? Что? Конец. Стоп, что? Надеюсь, тебе понравилась моя карта, и ты нахрен ее взорвешь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Стоп. Погодите. Я что-то запутался. Это точно все карты? Я точно прошел всю карту? Одну секунду, друзья. Ребят, да, это, походу, реально вся карта. Вот все, что есть в обычном мире. Окей, чё-то я немножко запутался. Блин, автор, надеюсь, ты в следующий раз сделаешь ее побольше, потому что у тебя реально круто получается с командными блоками. Ты говоришь, что у тебя не очень. Нет, наоборот, все здорово. Единственное, кто мне объяснит, каким образом я должен был пройти этот лабиринт? Одну секунду, друзья, мы не заканчиваем, пока... Вот я попробую понять, прям при вас. Я попробую понять, в чем была моя ошибка. Так, мне нужно снова взять... так сказать, это... Вот что я должен был сделать? Каким образом я должен был переместиться на второй этаж? Как? Вот мне нужно было с первого на второй. То есть они идентичны, эти лабиринты, только вот этот чуть выше. Этот просто ниже. И дальше что? Я не вижу никакой лестницы, никаких кнопок. Я ничего не вижу. Я реально все здесь осмотрел. Каким образом я должен был подняться? Кто-нибудь объясните мне, плиз. Может быть, погодите, если я зайду в креатив... Может быть, здесь как-то можно спуститься, наоборот, вниз, и мы, типа, найдем какой-то невидимый блок, через который можно проникнуть. Ну вот, это как бы про... Окей. Ребят, я реально не знаю.
Я реально не знаю, какой-то люк, какой-то что, какой-то кто, какой-то где, какой-то почему. Ну да ладно, что ж, мы прошли сегодняшнюю очень небольшую карту, но надеюсь, автор обязательно сделает продолжение. И, конечно же, мы здесь все взорвем. А, я ненавижу этот лабиринт. Мы сначала взорвем весь лабиринт, просто потому что я хочу, потому что я не понял, как его проходить. Потому что я не понял, друзья, я не понял. Взорвем здесь все, и теперь мы по-настоящему взорвем карту. Найс. Nice. Следующим образом, для того, чтобы взорвать по-настоящему карту, мы делаем фил вот сюда. И мы сделаем, наверное, фил аж вот до сюда. Почему бы и нет? Фил, TNT, бом, 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 бом. Теперь мы делаем звук потише. Поэтому, ребята, что ж, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой видос. А вы поддержите его вашим пальцем вверх. Не забывайте оставлять комментосы, подписываться на канал, жмякать колокольцы и всякие такие приколы. Ну а с вами был Кекс.